Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Сегодня я вам хочу предоставить вариант в районе Кестель, около речки Дим, в хорошем тихом месте. Проект со всей инфраструктурой. Как вы видите, есть вид на горы, глазами все видно. Так, как сейчас вы видите. Также отсюда есть вид на крепость Алании. Вот крепость Алании. Море немножко видно. До речки Дим. Вот за этим проектом у нас речка Дим. Расстояние до речки Дим где-то 250 метров отсюда. Здесь устанавливается новая дорога. Она будет заасфальтирована. Вот. Оттуда напрямую выйдет к морю. Также там есть сеть магазинов BIM, ресторанчики. Так, проект состоит... есть открытый бассейн, закрытый бассейн, генератор, детская игровая площадка, беседка. Сторона юго-западная. Квартира огромная. Проект ступенчатый, был сдан в 2016 году. Как видите, это огромная терраса, где-то 30 квадратных метров. 1+1. С такой террасой это редкость в Алании. Есть зонтик, который можно использовать. Просто его прикрыли пленкой. Входим в квартиру. Продается квартира под ключ. Холодильник большой, фирма Арчелик, А++. Есть фильтр для воды также. Арчелик у нас вся бытовая техника. Духовка, микроволновка, плита и вытяжка. Так, посмотрим, есть ли доводчики. Да, шкаф с доводчиками все. Хорошая мебель, заезжай и живи. Менять ничего не нужно. Бека кондиционер и телевизор также фирмы Бека. Тут у нас прихожая. Встроенный шкаф до потолка. Нормальный санузел с большой душевой кабинкой. Сюда. Да, она большая. Квадрат. 2 квадратных метра. Сама душевая кабинка. Или метр на метр. Кажется, да. 60-60. Арчелик, стиральная машинка. Тут у нас большая спальня. Полезная площадь 90 квадратных метров. Ну, где-то 88, скажем. 87-90 между ними. Вместе с террасой еще есть дополнительный балкон. Спальня 15 квадратных метров полезная площадь. Минимум. Тоже кондиционер фирмы Бека. Айдет в этом проекте будет 1000 лир. Есть сауна, которая функционирует. Хамам, римская парная комната, крытый бассейн, фитнес. Это еще дополнительный балкон. Так. Открыта парковка внутри проекта. Сейчас все еще покажу. Спускаюсь я вниз, дорогие зрители. Итак, на этаже 6 квартир, дорогие зрители. Входим в лифт. Вместимость 6-8 человек. Спускаемся сразу на цокольный этаж. Там инфраструктура, открытый бассейн, сауна. Есть кинотеатр. Просто закрыты двери. Открытый бассейн.
открытый бассейн большой. В той стороне беседка, и в этой стороне беседка. Воду будут сливать. Вот здесь калитка, там беседка, генератор, детская игровая площадка. Там тоже без сезона барбекю. Можно что-то пожарить. Такое красота здание. Сверху открытая парковка. Здесь у нас фитнес. Тут сауна, хамам. Ну, закрыты двери пока что. И теннисный стол. Это уже другой блок. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 137 700 евро. Айда 1000 лир. Расстояние до моря максимум 800-850 метров, если вы будете использовать другую дорогу вдоль речки Дим и перейдете в сторону района Тосмар. На данный момент это закрытый район для ВНЖ. Ну, сейчас новые правила что-то вводят. Будем ждать поправки какие-то или пояснения. Здесь еще строится новая дорога, которая будет асфальтирована оттуда до моря. 650 метров максимум будет. Все, ставим лайк, подписываем на наш канал и пишем комментарий, что вам тут понравилось. Всем пока-пока.